Среди погибших в результате аварии автобуса в Чехии наших сограждан нет. Об этом заявили в консульской службе Министерства иностранных дел Украины. И напомним, авария произошла накануне днем на трассе возле города Горомержице к северо-западу от Праги. Автобус с пассажирами, среди которых было много иностранцев, столкнулся с легковым автомобилем и затем врезался в дерево. Погибли 4 человека, еще 48 пострадали. Причина аварии до сих пор устанавливают.